Диалоговые площадки проходят во всех организациях и предприятиях Солигорщины. Население обсуждает те изменения и дополнения, что предложено внести в новый вариант главного постулата страны. На Солигорском домостроительном комбинате встречи проходят практически без отрыва от производства. Каждый гражданин Республики Беларусь должен понимать важность данного события и принять участие в предстоящем референдуме. Я как человек семейный считаю, что важным пунктом является государственная поддержка семей с детьми. Впереди очень важное событие – референдум. Мы ежедневно на своем предприятии организовываем встречи, выезжаем на стройплощадки, приходим в цеха к людям. Для нас сейчас задача максимально охватить всех работников. Мы хотим донести до них те изменения, которые будут внесены в Конституцию. Это очень важно. Очень важно, чтобы каждый работник понимал и с полной уверенностью шел на референдум, чтобы он знал, за что голосует.